На сегодняшний день очень актуально стоят цены на ГСМ. Правительство на этой неделе проведет мониторинг и напишет напрямую продающим компаниям рекомендуемые цены о снижении и, естественно, напишет заявление в Челябинский филиал антимонопольного комитета. Рост цен создает неконкурентоспособные условия для нашей экономики. Это дальнейший толчок к инфляции, удорожании всего стройматериалов, продуктов питания. Практически все, что бы ни производилось в нашей стране, начиная с сельского хозяйства, это все в основе всего лежит горюче-смазочные материалы, да, прежде всего солярка. Значит, этот скачок еще не ярко заметен, потому что 3 месяца назад начали резко подниматься цены на горюче-смазочные материалы. Но если сейчас их хотя бы не вернуть частично на прежний уровень, то летом будет рост цен на все. Имеется временной лаг. Поэтому сейчас будем активно работать, мониторить эту ситуацию. Посмотрим, чем она закончится. Но хочу отдельно отметить, что она должна решаться комплексно на территории всей Российской Федерации. Отдельно взятая Челябинская область не может здесь что-либо такое сделать. Но включиться в активную работу, тем более премьер-министр вектор задал. Мы сейчас будем активно работать на эту тему.